сегодня на кораблике катались, на канатной дороге катались в городе Порту в Португалии. Теперь мы решили прокатиться на фуникулёре. Нам повезло, мы совершенно одни. Ха-ха-ха. Едем и наслаждаемся. Сейчас выйдем из туннеля, увидим красоту. О, встречный вагончик едет, и он полный-полный переполненный. А мы совершенно одни в гордом одиночестве. Так, сейчас мы вот тут разменемся и поедем вниз. О боже, какая высота! Наташа, мы с тобой на американских горках. Пипец, как страшно! Ё-моё! Ужас какой! Ужас! Наташа, это я вот про эти ступеньки говорю. Они не пешеходные. Ой, мы сейчас сюда пришли, вот по этому мосту. Необыкновенная высота. И решили, нам же надо вниз. И решили спуститься на фуникулёре. Ну, у нас сегодня вообще 33 удовольствия. Здорово. Сейчас пойдем гулять по набережной. Покушаем морепродуктов.